Привет, девочки, красавицы, мальчики, красавчики, коллекционеры кукол Ло. В прошлом видео я начала собирать коллекцию кукол Харибо, кукол желейных конфет, желейных медведей, змеек и вишенок. Это видео на моем канале набрало огромное количество просмотров за последнее время и только от того, что к концу видео качество, как сказали, вышло из чата. Сразу хочу оговориться, что я пыталась снять на телефон и экспериментировала. А еще у меня был двойной микрофон и создавалось ощущение, как будто бы я говорю из унитаза. Хотя на тот момент мне казалось, что я снимаю идеально и еще хвасталась по тапу. Посмотри, как у меня классно получается. Итак, сегодня у меня эти куклы приобретут свой домик. А еще нужно придумать что-то, что сделать с этими конфетками. Открываем. Аккуратно отсоединим стекло. А вообще это не настоящее стекло, это пластик. Вытаскиваем и снимаем пленку еще и с другой стороны. Здесь ничего нет. И закроем все пластиковым стеклом. И вот теперь Shadow Box готов. И куклы вроде как тоже. Но вообще проблем с сортировкой этих желейных кукол у меня получается в том, что часть из них идут из третьей серии конфетной, а вот другие, ведь они сами как будто бы по себе, из отдельной упаковки. Какая это серия будет? Будем считать, что серия Харибо. Сейчас мне нужно будет подготовить имена для своих кукол. А еще я думаю, может быть, где-то сбоку указывать какая-то серия, потому что сейчас я помню, что это Sunshine Makeover, а потом я могу это и вовсе забыть. Так, отксерокопировала. Еще сделала черно-белый вариант. Как интересно, лучше будет. Плюс Haribo Gold Bears. Haribo желейные медвежата. Теперь будем знать, какая серия. Нарежем имена. Начнем с золотой Miss Pineapple. Желейная кукла получается как будто бы со вкусом ананаса. Пусть она у нас будет стоять в самом низу. Выберем ее имя, Miss Pineapple, и заклеим его. Так, у нее еще были ушки. Вот они. Получилась кукла номер один. Как вы думаете, сколько всего здесь кукол? А вообще, давайте все эти имена сразу расклеим и только потом будем расставлять поименно. После Miss Pineapple переходим к Miss Pink Sweetie. Так, где она тут у нас? Кажется, вот эта кукла. Да, с сердечком, и это значит, что она ультраредкая. Как медвежонок с ушками в пижамке. Интересно, что у нее сережек нету, а вот дырочки под сережки есть. Итак, Haribo Pink Sweetie идет сюда. Вот так. А еще у нее должна быть кружечка в виде желейного медведя. Поставим рядом. И, по-моему, у нее был еще один аксессуар. Это желейная сумочка золотыми ручками. Поставим ее рядом за ней. Следующая кукла у нас Sour Star. Вот такая Sour Star со змейкой желейной. Вот ее сумочка. А вот и сама она. Вот такая симпатяшка с блестящими волосами. Змейки, как вы видите, у нее везде, и на сумочке, и на туфлях, и на поясе, и сережки. И даже прическа похожая на змейку. У нас уже третья кукла. Следующая кукла Sweets. Вот кукла Sweets, но у меня ее нет. Она просто очень была похожа на Sour Star. Тогда сюда поставим кого-то другого. Маленькую сестренку. Little Miss Joy. А вот и Little Miss Joy. И правда, она такая радостная. Joy в переводе на русский это радость. И ее шляпка. На картинке она в шляпке. Но если ее надеть, то она полностью провалится. Как-то как? Не знаю, как ее разместить. У меня двусторонний скотч закончился. Я знаете, как делаю? Скручиваю так, чтобы оставалась только липкая сторона. Следующая у нас Мисс Фроги. Вот она. И сейчас ее здесь найдем. И ее сумочка прозрачная с желейными лягушатами. Следующая по очереди Cherry Skates Kitty. Так, вот она. И сразу ее же хозяйка Cherry Skates. Они обе на роликовых коньках. И как я удачно расположила их имена рядом. Cherry Skates Kitty и Cherry Skates. Ой, кажется, это совочек у котенка для лотка. Положим рядом. Дальше Pretty Peach. Симпатичный персик. Значит, она со вкусом персика. С сахарной посыпкой. У нее сумочка уже есть на поясе, на ремешке. А вот еще у нее кружка. Здесь так и написано. Peaches, персики.
Дальше у нас по очереди кукла Blue Beauty. Вот она, с золотыми медвежатами. Вот она, очаровашка, с золотыми ушками и голубыми сережками, медвежатами, сумочка в виде медвежонка. И в кружечке у нее золотые медвежата. В общем, симпатяшечка такая. Теперь она на своем месте. Дальше, Miss Star. И эта кукла представляет собой сочетание всех желейных конфет Haribo. Сумочка у нее в виде медвежонка. Сережки, одна змейка желейная, другая вишенка. Очки в виде вишенок. На ободке и на платье все конфеты. Ой, на подошве. И она в своем домике, на своем месте. И следующая кукла у нас будет Кола Банни. Банни значит зайка, и это питомец, представляющий собой желейную конфету со вкусом колы. Симпополишная зайка, поэтому, кстати, у него на одежде пузырьки от газировки. Красивый блестящий шарфик и платочек. Симпатяшка. А еще у него совочек серебристый с красным бантиком и с изображением зайки. Вот у него серебристый цвет здесь и Haribo красного цвета. Все как на лопаточке. У меня еще осталось разместить две куклы. Little Rosie Bear, милашечка с золотыми волосами, золотыми трусиками и на них желейные медвежата красные. Она была в туфельках, на каблучках и очках золотой оправой. И еще одно место у нас для мальчика Little Zip. Вот он, этот мальчик, крутой диджей с очками модными и с сумочкой в виде магнитофона, кассетника. У меня зайка все время падает. А знаете от чего? От того, что мы, наверное, забыли положить ему бутылочку кока-колы Happy Cola специально для Кола Банни. Осталось добавить очки и разобраться с этими аксессуарами: сумочкой в виде желейного медведя золотого, кружечкой в виде упаковки Haribo и еще одной кружечкой с принтом змеи. Вот эта вот золотая сумочка была у Miss Joy, забыли поставить. Готово. Тут же нужно как-то разместить кружку для куклы змеюги. I'm sour для Sour Star. Последняя золотая кружечка с упаковкой Haribo для ананасовой куклы Miss Pineapple. Ну вот, весь кейс полный. Я здесь разместила всех кукол, которые у меня имеются. В стиле конфет Haribo, желейных медвежат, желейных змеек, вишенок. Я буду продолжать собирать Haribo, и у нас будет еще несколько кейсов. А сейчас надо это все пойти и повесить. It doesn't even make sense. На этом все, ребята. Пока-пока.